И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Art of Conquest. И сегодня я покажу маленькое жульничество, назовем это так, по-другому это не назвать. Но так делают все, кто об этом знает, и кому не лень, и у кого есть ресурсы на это. Вот, и посмотрим, что же нам все-таки ввели в новом обновлении. Обновление вышло за 28-е вроде бы число. Да, у меня с огромной задержкой, но все из-за того, что я на канале решил выкладывать видосы абсолютно все. Те, которые были раньше сняты, ну и, соответственно, чтобы хронологический порядок соблюдать, я решил, соответственно, ничегошеньки не пропускать. Так, с чего бы начать? Ну, давайте начнем с того, что я сам хочу уже узнать, а проканает ли? Да, конечно же, проканает. У нас сейчас идет старое доброе, так сказать, событие. И здесь нам нужно набрать силу. Силу, то есть сила войска, это сила персонажа. В общем, в целом показатель своей силы. Начальная сила у меня 623.55. И, как вы помните, у меня всегда силы было намного больше, чуть ли не под 700. Да. Именно это я и сделал. Ну, во-первых, смотрите. 623,5. Заходим в герои, видите, да, у меня горят. У меня все герои раздеты. У меня комплект 3, это все герои раздеты. Одеваемся. И получаем чуть-чуть. Ой, это я одел только одного персонажа. Точно. Извините. Что-то поторопился. Плюс 4000. Ну, соответственно, 4500. Это мы уже просто тупо одев шмотки обратно, мы получаем вот эту вот штуку. Ну, конечно же, вот, видите, да? Сразу же получаем плюшки. Конечно же, не только этим я сжульничал. Назовем это так. Заходим сюда и видим все мои войска. Да, это все мои войска. Но при всем при этом, как видите, да, то есть у меня войска есть, да, бла-бла-бла, они только делаются. Я закинул все свои войска в гарнизон. Да, у меня теперь гарнизончик раскачанный. Вот, и практически полный. Вот, но надо будет здесь немножечко добить. И, как вы видите, у меня войска создаются. К школе мы вернемся обязательно. Мечи, луки. Начнем с малого. Пики. 4000. Жрицы. 4000. Кони. 5500. Это я просто вернул свои войска, которые у меня были. За редким исключением. Луки золото, 4,5, чуть-чуть золота. Мечи золото, 4,5. Ну, вы поняли, да? Это я только чуть-чуть сделал. Конечно же, я сейчас все ускорю, потому что мне войско нужно. Так. А давайте сейчас прям вот всех и ускорим сразу же. 16 500. А, не-не-не-не. Давай сначала сделаем навык. Мобилизация. На стрельбище. 2 часа все-таки это не хухрышеньки. И ускорим. 10 тысяч. Тем самым мы уже получили полтинник. Просто тупо вернув свои войска по факту. По факту. Так-с. Давайте соберем все сундучки. Не знаю, дадут за это что-нибудь, не дадут. Вот, не, вроде бы ничего не дали, но как бы суть дела мало что меняет. Теперь смотрим наши войска. Войск, конечно, не хватает. Да, мечи, как бы, золото, все на месте. Но нужно еще мечей доделать и луков доделать. Это понятное дело, потому что они просто не вылазили у меня. И сейчас мы добьем, собственно, серебро. 48 и 48 сделать. 48, 72 вроде бы надо сделать лукарей. 72 это плюс полтинник. Ой, 60, 60, 60. 60, ну да, это по факту полностью. Полностью все серебро. С этим проблем у меня нету. У меня, собственно, ресурсы были. Проблемы были с мечами.
Ускоряем. И еще плюс 5500. Теперь мечи. Вот с мечами, конечно, проблема. Проблема. Кстати, зато лишних копий убрал. И лишнего коня приобрел, потому что нужно было. А, кстати, да, эти также осталось. Ну да, конницу приобрел, потому что иногда нужна была. И сейчас осталось только мечей вернуть на место. Но, как видите, у меня уже немножечко просадка. А, кстати, насчет Авалона и по фульного сета. Я посчитал, если состряпать фульный сет из вот этого фигни, то у меня лидерство остается полтинник. Ну, допустим, полтинник. У меня так пятого предмета, шестого предмета нету. Полтинник лидерства. При всем при этом, то есть вот этот полтинник лидерства и дает скилл, способность, прирожденный лидер. Здесь дает плюс 40 бронзы. Единичка лидерства дает единичку бронзы. То есть я делаю плюс 40 бронзы, но минус 50 бронзы, а то и больше. И я так подумал, это вообще невыгодно. Сейчас с моими возможностями это невыгодно от слова совсем. Кстати, не знаю, видели, не видели, но в общем... А, думаю, видели, да. Забрал у меня теперь прям матеры у меня, они мои лидеры. Точнее, генералы. Это так вообще у меня фулл легендарочки бегает. Красота. Теперь, что я сюда залазил-то? Мне нужно героя, подожди, всех на второй. И войско, да, вот войско увеличилось, и нужно мечей. Мечей мне нужно 48. 48 минус 16, это 32 меча. А мне нужно сделать. И 32 меча на 27, это нужно 864 мифрила. Давай пока начнем делать. 864. Так, 27 умножаем на 32. 864. У меня что-то около 300 было. В общем, мне надо еще где-то пятихатку найти. С этим не проблема. С этим, я думаю, нам поможет... Да, 24 есть, отлично. Поможет нам наш город. Самое главное, выбрать самого лучшего. Запоминаем число, допустим, 759, это максимальный на данный момент. Вот, 929, это максимальный. И запоминаем его. Но не забываем смотреть, где у нас есть еще. Ой, вечно я к нему залочу. Иногда даже на горящие есть смысл нажимать, потому что даже они могут дать ресурсов порой даже больше, чем есть. Ну, самое максимальное это вот этот. И вот это. Так что собираем ресурсы. Здесь. И здесь. И тем самым мы получаем нужное количество мифрила. До 32. Добиваем. Ускоряем. И плюс 4000. Все. Я вернул свою силу. И у меня... Обратно вернулась моя войска. Да, я потратил ресурсы, я потратил ускорялки, которых у меня как бы и так было много. Надо же куда-то их тратить. Но при всем при этом, с нуля, подчеркну. То есть вот, я вот это все могу получить сразу же. И я на 8-м месте. То есть примерно так вот люди и делают. На 8-м месте, да, меня там могут сместить и все в таком духе, но с нуля, максимум я здесь всегда там десяточку делаю и так далее, ну тут как бы все легко и просто. При всем при этом, смотрите, что я могу сделать. Я могу точно так же зайти, допустим, в собор и нанимать бронзовых жриц. Зачем они мне? Ну, требуют ресурсов мало. Блин, я слишком рано нажал. Вот. Ускоряем. Зато дает экспы. Дофига. 2000. Вот. Ну, соответственно, я ускорять больше не буду.
Вот, я просто раз в 2 часа буду заходить и потихонечку они мне будут делаться. Почему жриц, опять-таки же, у меня эликсира 3,5 миллиона, куда мне их столько? Вот, поэтому, как бы, потихонечку, не торопясь, я буду делать войска. Сделать я их смогу очень убер дофига. Такс. Сколько они бронзы у меня тратят? Сейчас я вам точно скажу. 80 бронзы, то есть вот 40 их, это 80 бронзовых воинов по факту, бронзовых очков. Это 2200. Так вот, разница сейчас у меня в 1135. Делим на 80, получаем 14. То есть 14 раз такие манипуляции я могу сделать. При всем при этом у меня уже те зачислились, то есть 15. 15 умножаем на 2200, грубо говоря, то есть еще плюс 33 тысячи я смогу себе прибавить. Это только с помощью жриц, которые мне по факту, ну, хорошо, есть и есть. А почему я так спокойно об этом говорю? Ну, потому что ивент-то будет длиться еще дофига. 15 раз это 30 часов. А 30 часов это, то есть у меня даже немножечко есть запас. Не буду успевать, где-то там пробафлю, то я просто ускорю. Почему бы нет? То есть, соответственно, тем самым я смогу держаться своеобразно на коне, да, скажем так. Вот. И вот, смотрите, я уже выбрался на 7-е место. Понимаете, да, в чем суть и весь прикол. То есть потихонечку, потихонечку, да, где-нибудь я в десяточке, я все равно должен остаться, по идее. Ну, останусь ли, я не знаю. Если я потом вспомню, то я расскажу. В любом случае, даже сейчас здесь, при всем раскладе, оставаться на таком месте, это вполне неплохо. Ну да, ладно. Колизей. Колизей у нас открылся, и мы можем купить пропуск. Покупка успешна. Я ни разу не был на подобном мероприятии. Занятые места. Так, понятное дело. Так, магазин. Здесь я смогу за жетончики что-либо купить. И что мне? Защита, наверное. Такс. Ага, выставить могу абсолютно всех. Арена формации — это совершенно что-то новое. А, еще и... Ага, понятно. Окей. Ну давай расставлю войска. Так, ну вот что-то такое расстановка. Золото в центре, здесь серебро, мечи, копья, за ними золото луки. В центре герои, дракончик. Ну да, поставил жриц, ну чтобы были. Хотя могу поставить, к примеру, танк. То есть вот убрать жриц, могу поставить танк, и он по факту то же самое место займет. Вот, но я хочу жриц поставить, ну чтобы были. Овегу вытащил назад. Здесь. Ну так, поменяем. Так, да, ты в центр. Да, вроде бы все. Вроде бы все. А если я так поменяю, то здесь мало чего изменится, да? Ой. А что у меня ты здесь делаешь? Что-то у меня должно быть здесь. Ну да, мало чего меняется, так что поставим лукарей здесь. Да какого фига? Уйди на место. Такс. Ну вот и все. Давай смотреть, что у нас в итоге. А, кстати, да. Ганс и газулу я не использую. Что? Это я расстановку сделал. Ну, давай попробуем. Он вроде бы слабенький, давай его попробуем. Автоматический бой. Так, я вижу его немножечко войска. И устанавливаю свои войска. Так. Ну, я не понимаю, в чем суть. Давай же. А, подожди, подожди, подожди.
Слышь? А, там я восстановил как защиту, а здесь уже войска как нападение пошло. Вот оно чё. А, точно, я же там дракона ставил, поэтому мне там влезли. Ну давай установим остальных героев. А, нет, подожди, а давай сделаем так же, как и там. Просто почему бы и нет? Давай попробуем. Такой тактикой. Что получится? Ну и в бой. Автобой? То есть я сейчас вообще ничего не жму. Они сами все делают. Классно. Тот самый момент, когда игра сама за тебя сама за тебя играет, это вообще. Не, конечно, я тут выиграю. Вроде бы. Вроде бы. Я не знаю, ты воскреси ты уже, дебил. Мечей воскреси, козел. Во, молодец, воскресил. Ху, слава богу. Погнали. Фу. Исцеление. Вообще класс. Теперь я хочу узнать, что там было с потерями. Так. Нормально. Нормально, нормально. Я примерно вот на это и рассчитывал. Увидят то, что творилось там. Текущий рейтинг я сразу же получил. То есть очки получил, отлично. То есть, соответственно, да, есть смысл воевать со слабенькими. До окончания игры осталось. А чё мне это даст? 5 дней. Ежедневные призы. Ежедневные призы. А! Текущий рейтинг. А, то есть, если я занимаю, допустим, сейчас 236, то есть, вот это мне дадут. Класс. Мне нравится пока что. 14 часов осталось. Финальные доставки, то есть в самом конце. То есть, допустим, сейчас по сейчасшним моим параметрам. О, 5000! Нифига себе. Классно. Не, конечно, первое место никогда не займу. Ну, блин, это же логично было бы, что я никогда не займу. Но, блин, все равно. Погоди, вот эта цифра, это сервер. То есть, мы что, сражаемся вообще тут? Бррр, кошмар. Так, ну-ка давай в защиту глянем. Допустим. Да, то есть здесь защита, то есть я выставляю защитную формацию свою. Ну, мне опять-таки же моя тактика нравится. Журнал. То есть здесь это, соответственно, я могу повторить. Это сервер. У нас такой гильдии нету. Это воюем между серверами. Офигеть. Класс. Класс. Класс, класс, класс. Вот эта вот цифра, это сервер. Да, вот 234, то есть вот мой рейтинг, это мое место. И ну-ка с нашего сервера самый ближайший. О, самый ближайший вот здесь. 8 место. Ну, тоже неплохо. Ну, опять-таки же, вот предыдущий сервер 1257. Вы сами прекрасно видите, насколько они прям конкретно мощные. Прям жирные ублюдки. Так, ну давай еще. А что это подобрать? А, бесплатно. То есть 4 я могу сделать бесплатно. Ну, давайте их используем. В этой серии поюзаем Колизей. Ну, все остальные обновления, тогда уже будем смотреть в следующей серии. Ну, против своих я воевать, честно, не хочу. Да, здесь не против своих воевал. Поэтому давайте посмотрим все-таки против чужих. Тем более, это вообще мало того, что свой сервер, так еще и своя гильдия. Так что давай туда. Кстати, у меня очков 1015. Ну, погнали, посмотрим на Астрея. Точнее, сервер Астрея. Бесплатно, конечно.
Так, автоматический бой, это понятное дело. У него мехи. То есть показывают маленькую область, чтобы понять, против кого ты воюешь. То есть там мне показали, чувак, ты воюешь против нежити. Выставляй войска против нежити. Здесь мне показывают, чувак, ты воюешь против мехов. Выставляй войска против мехов. Окей, у меня просто в целом все войска одинаковые, поэтому мне как бы на это пофигу. Так что вперед к светлому будущему. Твою матушку, ну это что же за песос тут? Так, сразу же хилка, да, заюзается? Да, молодец, это правильный выбор. Теперь ты заюзываешь в югу и примерно вот сюда. А, ты вот сюда заюзал. А, ну слушай, ну, дракон это хорошо, тем более он огненный, может проканает. Потом, а что ты заюзываешь? Воскрешение. Так рано? Ну почему бы и нет? Ага, потом еще одну в югу заюзал, молодец. Выстрел? Да, выстрел. Ух, пошла жара. И теперь... Длинной взрыв, да, это было бы логично. А просто больше юзать-то ничего, по факту. Вот. Дальше здесь уже расправляется с врагами. Ага, он вызвал... Нифига себе, это что, у него там до лучники вкачано. Он вызвал лучников серебряных 10-го левла прокачки. Это что ж у него там? У него там насколько прокачаны лучники? И вообще, сколько у него тогда лидерства? Офигенно. Что мы здесь потеряли? Лука вообще еще меньше потеряли. Да, лукарей потеряли, как бы, но все остальное фигня. Офигеть. То есть с мехами вообще, вот моя тактика с мехами расправиться прям на ура расправляется. Вот, еще очков получил. 189-й левел стал, назовем это так. И, к примеру, заняты места. Будем смотреть по очкам. Да, то есть я понял примерно, что это когда где. А, назад в Колизей. Эй, исследование завершено. Вперед. Опять-таки же, смотрите. 689. 1726 плюсов. Классно, да? Так, ладно, у меня золота не было, поэтому мне пришлось мечников изучать. Сейчас нужно будет золотишко подкопить и уже выходить на финишную прямую, чтобы лукарей раскачать. Это будет просто классно, здорово, и у меня лукари будут раскачаны просто офигенно. Давайте я сразу же все соберу, чтобы она меня не нервировала и не расстраивала то, что я теряю время. Школа тактики, сорян, блин, мы обязательно к тебе вернемся, но это будет уже в следующем видосе, потому что, честно, там школа тактики изменилась конкретно. Это вам спойлер для тех, кто не играет. Вот, для тех, кто не играет, там реально будет такой, ну, я вам сейчас даю спойлер, школа тактики очень сильно изменилась. Кстати, раз уж мы здесь, логово изменилось, смотрите. Во-первых, да, тут что-то, короче, все пошло не так, но... Да, тупая псина. Но вы теперь можете обучить, но не своего дракона заменить. Вот, видите, да, первый левел. То есть я могу сюда еще одного вызвать дракона. Несколько, мать их, драконов. Только здесь, понимаете, логово что-то не работает и что-то пошло не так. Но все классно. Дракончика можно крутить. Как их прокачивать? Это интересно. Кстати, да, я тут изобилие стал изучать. Вылупить-то я его вылупил. Как его качать, это, конечно, вопрос еще тот хороший. Но, в целом, ладно. С этим как-нибудь потом разберусь, и я вам расскажу. А пока погнали в Колизей. Так как я довольно-таки хорошо расправляюсь с врагами, то, конечно же, меня сразу же закинули к более сильным. Ну, будем воевать с более слабыми. Конечно же. Так, журнал. Здесь, как видите, мало чего изменилось. То есть на меня пока что еще никто не нападал. Не знаю, зачем я тут купил за 10 линари. Но, как вариант... А, пропуск. Это, наверное, вот это вот пропуска есть. То есть бесплатный, либо платный. Сила обороны. А, вот моя сила обороны. То есть, по факту, это и сила нападения моя такая же, да? А я с ними так бесцеремонно справлялся. Блин. Давайте глянем в магазинчик. Я же так к нему и не гляну по адеквату. Можно войска нехило так накупить. Можно постройку еще нехилее купить. Обязательно постройку куплю. Это просто офигенно. 3. Так, 5 часов.
Могу купить здесь. Классно, обязательно куплю. Обязательно куплю войска, если останется. Ну и, конечно же, руны. Ну и химические тоже можно купить. Да, дракону можно купить, что-нибудь раскачать. Ну, ресурсы, понятное дело, покупать не буду, это мне невыгодно. Такс. Ну что, погнали на дрища. Опять-таки же можно смотреть как вот здесь, там, так и вот здесь очки. Если в 1000, то это значит, это дрищ. Почему дрищ? Он ни с кем еще не воевал. Так что погнали. Попробуем. А то, может, не дрищ сейчас завалит меня. Такс. Опять нежить. Ну, нежить так нежить. Твою мать, мне эти цифры просто пугают. Блин, реально эти цифры просто пугают. Просто... Что? У меня всего 76, а у тебя 454. Ну ладно. Погнали. Еще один бой. Кстати, я вот смотрю, как автобой происходит. Дракона в край поставил. Я вот смотрю, как автобой происходит, и я понимаю, что, блин, а я выработал-то неплохую тактику. О, как у меня тут мечи потерялись. Вот, я вот это хочу, вот, и вот ее хочу прям. Так, чувак, тебе срочно нужно воскрешать, воскрешай. Да, молодец, спасибо. Ты не подвел меня. Офигеть, какие у них Авалоны раскачанные, вашу Машу. Не, он меня завалит. Он меня завалит, да, он просто раскатает в хлам. Почему, спросите вы? А это сложно сказать. Пауки? Возможно. Скорпионы? Ну, такое себе. Герои. Герои очень сильно как сыграли роль. Ну, конечно же, пауки. Не будем лукавить. Пауки здесь дали просто офигенный прирост к силе. Затормаживают и плюс своих говняков вызывают мелких. Так, давай смотреть, что мы в итоге получаем. Я должен, по идее, место потерять. Да, я вернулся по факту туда, где был. Соответственно, у меня вот, опять-таки же, с дрищом попались. А, не, вот этот дрищ. Все, погнали. Порой проиграть немножко выгодно. Ну, вот эта сила противника, если честно, это просто песос. Я не знаю, как она рассчитывается, но здесь немножечко, ну, немножечко неправильно. Так, против кого? А, против людей. Против людей. Ну, окей. У тебя первые копья, а у меня первые мечники, которые у которых защита 50% от броска копья и дальнего оружия. Я, кстати, из-за этого мечи ставлю первыми. Тут что-то вообще все плохо у тебя, чувак. По крайней мере, вот сверху плохо. Давай посмотрим, что у тебя здесь. Да, сразу же включил хилку, сразу же включил вьюгу, это молодец. Я делаю, сделал бы так же. Это что было? А, это... Опс, просто 3 скилла заюзал и все, просто растоптал. Да. Несмотря ни на что, несмотря ни на что. Я победил в сухую, что? Я победил в сухую. Что? Окей. Окей, 214. И оп, видали, да, меня опять закинули к мощным. Не хочу я с ними воевать. Почему, спросите вы? Да я опять нападу, и у меня песос будет. И опять я очки потеряю. Нет, спасибо, не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Потому что я вот в этой сейчас стадии, между прочим. А, да, конечно, скинуть-то легко. То есть на меня нападут и скинут, как бы, и все. Но все равно не хочу. Журнальчик. Да, есть бесплатный, есть халява, как бы, и почему бы и нет. Но. Так, в итоге. Да, вот один всрал, то есть снизу первый и так далее. Вот такой вот Колизей. Посмотрим, что будет. Когда Колизей будет заканчиваться, я думаю, еще раз сниму видосик, уже показать, что, как, где, ежедневные задания обязательно покажу. Школу тактики в следующей серии разберем. Либо я буду снимать в один и тот же день, и вы не увидите еще ежедневные призы. Либо мы, соответственно, я сниму на следующий день, посмотрим, и мы уже увидим все вот это вот дело. Одно я могу сказать. Какого фига я пропустил в прошлый раз Колизей? Я такой лошара. Ей-богу. Я столько потерял фана.
Русский автобой — это классно. Подобрать самых бесплатных обновлений. А, я типа... Ну давай, бесплатное обновление, давай все проверим. Панский бог. А че у тебя так плохо все? Вот это вот непонятно. Ну давай посмотрим. Вот. Ладно, давай посмотрим. Я понял, что это подобрать, то есть это я обнуляю вот это вот и все. Классно. Там только дракон, еще и не раскачанный. Что? Там реально... What the fuck? В атаке? Япономатер. Что ты, чувак, творишь? Блин, мне даже тебя жалко за то, что ты так тупо поставил свои войска. Хлавыть, и меня закидывают уже к более мощным. Но я получил 146 звание. Ага, и вот он, собственно, тот свиточек. Могу опять нажать подобрать, но они же бесплатные есть, почему бы нет. И посмотреть. Ну, давайте свиточек уж потратим тогда. Получится или нет? Во! Сюда вот обязательно надо идти. Чтобы бывать. Могу сюда пойти? Могу сюда пойти. Ну, пойдем к трещам. О, кстати, союзники наши. Подожди. Да, можно воевать. И в бой. Соответственно, один бой — это 10 линари. То есть вот сейчас вот я по факту потратил 10 линари. Ну, я их и так потратил, поэтому в бой погнали. Погнали уже воевать. И батюшки, это что ж тут за такое? Мне прям нравится это. Это ж песос какой-то. Так, чувак, срочно нужно воскрешать. Да, вьюга — это, конечно, хорошо, молодец. Но давай воскрешать. У нас уже фланг пробитый. Ты чё? Это Авалон вызвал? Ты чё, охренел что ли? Воскрешай давай! Мечей воскрешай, гнида! Ах ты чмошник. Мечей, говорю, воскрешай. Ну и ладно, пошел ты в жопу. Ненавижу терять войска, поэтому я их всегда стараюсь воскресить. Град стрел. Да уж, а у меня Авалон на пассивке. Блин, надо мастерство лучников качать. Точнее, не мастерство лучников, а вызов лучников. Ну ладно, в любом случае, если бы он был нажал бы воскресить, я вообще бы никого не потерял, потому что... Ох, козел. Ну, в любом случае, 87-й левел. Классно. А, при всем при этом... Ой, не-не-не, вот я там, я знаю, какие войска, это песос. Он сейчас еще и королем у нас скоро будет, так что это песосный такой чувак. А, ну, давай еще раз посмотрим, пока есть бесплатные. А вот на кого закинет дрищевого, к примеру, вот. На тебя вот дрищевого закинули. Давай еще последний. А вот лучше будет. А нет, а лучше не стало. И что мы... А, за 100 линарий я могу обновить подбор соперников. Вот. Собственно, теперь мы уже все узнали. Я 88 левел. О, кстати, сразу же показывают, сколько я получу награды. И здесь. Классно. То есть мне не нужно обязательно сюда заходить, чтобы узнать. То есть вот так, как я делал, я думал, только так можно посмотреть. Нет. То есть здесь мне непосредственно сразу же показывают, что да когда где. По журналам, соответственно, мы можем потом увидеть, нападали на меня или нет. И, соответственно, посмотреть, как это было. Это дело, никто не умирает, и энергия героев не тратится, но все равно классно. Я надеюсь, я вам подробно рассказал о том, что за Колизей, а здесь по факту больше показывать нечего, установил защиту своего войска, как ты желаешь, и нападаешь на всех подряд, на кого считаешь нужным. Ну а потом призы меняешь в магазине. Такие вот дела. То есть по факту сейчас я могу с моими призами купить вот этих вот 10 уже. Если я получу свои призы, я покупаю вот этих вот 10 и вот это одну. Класс. То самое чувство, когда твоя тактика... Не, вот реально мне нравится то, что моя тактика, а точнее автобой, срабатывает как моя тактика. То есть меня не коробит от этого всего. Такие вот, народ, дела. Ну и я уже на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.